Святогор Богатырь. Высоки на Руси святые горы, глубокие их ущелья, страшные пропасти. Не растет там ни березка, ни дуб, ни сосна, ни зеленая трава. Там и волк не пробежит, орел не пролетит, муравью и тому поживиться на голых скалах нечем. Только богатырь Святогор разъезжает между утесов на своем могучем коне. Через пропасти конь перескакивает, через ущелья перепрыгивает, с горы на гору переступает. Ездит старый по святым горам, тут колеблется мать сыра земля, тут шатаются темные лесушки, выливаются быстрые реченьки. Ростом богатырь Святогор выше темного леса, головой облака подпирает, едет по горам, горы под ним шатаются. В реку заедет, вся вода из реки выплескивается. Едет он сутки, другие, третьи, остановится, раскинет шатер, ляжет, выспится, и снова по горам его конь бредет. Скучно Святогору-богатырю, тоскливо старому, в горах не с кем слово перемолвить, не с кем силой помериться. Поехать бы ему на Русь, погулять бы с другими богатырями, побиться с врагами, растрясти бы силу, да вот беда. Не держит его земля, только каменные утесы святогорские под его тяжестью не рушатся, не падают, только их хребты не трещат под копытами его коня богатырского». Тяжко Святогору от своей силы, носит он ее, как трудное бремя. Рад бы половину силы отдать, да некому. Рад бы самый тяжкий труд справить, да труда по плечу не находится. За что рукой не возьмется, все в крошки рассыпется, в блин расплющится. Стал бы он леса корчевать, да для него леса, всякие леса, что луговая трава. Стал бы он горы ворочить, да это никому не надобно. Так и ездит Святогор один по святым горам, так и ездит он один по святым горам, голову от тоски ниже гнет. Эх, найти бы мне земную тягу, я бы в небо кольцо вбил, привязал к кольцу цепь железную, притянул бы небо к земле, повернул бы землю краем вверх, небо с землей смешал, поистратил бы немного силушки. Да где ее тягу найти? Едет раз Святогор по долине между утесов, и вдруг впереди живой человек идет. Идет невзрачный мужичок, лаптями притоптывает, на плече несет переметную сумму. Обрадовался Святогор, будет с кем словом перемолвиться, стал мужичка догонять. Тот идет себе, не спешит, а Святогоров конь во всю силу скачет, да догнать мужичка не может. Идет мужичок, не торопится, сумочку с плеча на плечо перебрасывает. Скачет Святогор во всю прыть. Все прохожий впереди. Едет шагом, все не догнать. Идет он, закричал ему Святогор: «Эй, прохожий молодец, подожди меня!» Остановился мужичок, сложил свою сумочку на землю. Подскакал Святогор, поздоровался и спрашивает: «Что это у тебя за ноша в этой сумочке? А ты возьми мою сумочку, перекинь через плечо, да и пробеги с ней по полю». Рассмеялся Святогор так, что горы затряслись, хотел сумочку плеткой поддеть, а сумочка не сдвинулась. Стал копьем толкать, не шелохнется, пробовал пальцем поднять.
не подымается. Слез Светогор с коня, взял правой рукой сумочку. На волос не сдвинул, ухватил богатырь сумочку двумя руками, рванул изо всей силы, только до колен поднял. Глядь, а сам по колено в землю ушел. По лицу не пот, а кровь течет. Сердце замерло. Бросил Светогор сумочку, на землю упал, по горам да лам гул пошел. Еле отдышался богатырь. Ты скажи мне, что у тебя в сумочке положено? Скажи, научи. Я о таком чуде не слыхивал. Сила у меня непомерная. А я такой песчинки поднять не могу. Почему не сказать? Скажу, в моей маленькой сумочке вся тяга земная лежит. Опустил Светогор голову. Вот что значит тяга земная. А как зовут тебя, прохожий человек? Зовут меня Микула Селянинович. Вижу я, непростой ты человек. Может, ты мне про судьбу мою расскажешь? Тяжко мне одному по горам скакать. Не могу я больше так на свете жить. Поезжай, богатырь, до северных в гор. У тех гор стоит железная кузница. В той кузне кузнец всем судьбу кует. У него и про свою судьбу узнаешь. Скинул Микула Селянович сумочку на плечо и зашагал прочь. А Светогор на коня вскочил и поскакал к северным горам. Ехал, ехал Светогор 3 дня, 3 ночи, 3 суток спать не ложился, доехал до северных гор. Тут утесы еще голей, пропасть еще черней, реки глубокие, бурливее. Под самым облаком на голой скале увидал Светогор железную кузницу. В кузнице яркий огонь горит, из кузницы черный дым валит, звон стук по всей округе идет. Зашел Светогор в кузницу и видит, стоит у наковальни седой старичок. Одной рукой меха раздувает, другой молотом по наковальне бьет. А на наковальне-то не видно ничего. Кузнец, кузнец, что ты, батюшка, куешь? Подойди поближе, наклонись пониже. Нагнулся Светогор, поглядел и удивился. Кует кузнец 2 тонких волоса. Что это у тебя, кузнец? Вот 2 волоса скую, волос с волосом совью. 2 человека и женится. А на ком мне жениться, судьба велит? Твоя невеста на краю гор, в ветхой избушке живет. Поехал Светогор на край гор, нашел ветхую избушку. Вошел в нее богатырь, положил на стол сумку с золотом, огляделся Светогор и видит, лежит недвижно на лавке девушка, вся корой и струпьями покрыта, глаз не открывает. Жаль ее стало Светогору, что так она лежит и мучается, и смерть не идет, и жизни нету. Выхватил Светогор свой острый меч, отвернулся и ударил девушку мечом в грудь. Не шевельнулась она, не охнула. Светогор выскочил из избы, на коня сел и поехал к святым горам. А девушка тем временем глаза открыла и видит. Лежит на полу богатырский меч, на столе мешок золота. А с нее вся кора свалилась, и тело у нее чистое, и силы у нее прибыли. Встала она, прошлась по горенке, вышла за порог, нагнулась над озерком и ахнула. Смотрит на нее из озера девица-красавица. И статна, и бела, и румяна, и очи ясные, и косы русые. Взяла она золото, что на столе лежало, построила корабли, нагрузила товарами и пустилась по Синему морю торговать, счастье искать. Куда бы ни приехала, весь народ бежит товары покупать, на красавицу любоваться. Слава о ней по всей Руси идет.
Вот доехала она до Святых Гор. Слух о ней и до Святогора дошел. Захотелось ему тоже на красавицу поглядеть. Взглянул он на нее, и полюбилась ему девушка. Вот эта невеста по мне. За эту я посватаюсь. Полюбился и Святогор девушке. Поженились они, и стала жена Святогору про свою прежнюю жизнь рассказывать, как она 30 лет лежала, корой покрытая, как вылечилась, как деньги на столе нашла. Удивился Святогор, да ничего жене не сказал. Бросила девушка торговать, по морям плавать, стала жить со Святогором на Святых Горах.